Конечно, нужно может подействовать, если кто-то из соперников не очень хорошо физически готов. О, нехорошо. Рой заигрался. Он попадает в нокдаун. Должен был знать, с кем имеет дело. Макаринелли в атаке. Вот и все. Какая печальная концовка. Да, друзья. Все имеет, конечно, свой конец, в том числе и великолепная форма, и кураж. Очень жесткая, очень тяжелая атака. И не знаю, как у вас, у меня складывается впечатление, что Рой Джонс сам в этом виноват. Он позволил противнику делать то, что он хочет. В лучшие свои годы он мог тянуть бой, играть с противником в кошки-мышки. Но, видно, сегодня это не тот случай.